снеговичков-то лепили в этом году? Лепили больших? Ай, хорошо-то как! Форум для людей с ограниченными возможностями здоровья в новогодние праздники прошел в Самарском санатории «Волжанка». Участники – активисты районных организаций инвалидов Самары. В течение 4 дней их ждала насыщенная программа – лекции по социальным выплатам, консультации по трудоустройству. Мы объединили здесь все для того, чтобы людям было жить комфортно. Это образовательный процесс, то есть мы рассказываем о наших социальных выплатах, о социальных льготах, приезжают представители МСЭ, это рассказывает об инвалидности, все, что положено в данном случае. Для участия в форуме пригласили людей с нарушением слуха, зрения, инвалидов-колясочников, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, участников локальных войн. Всего съехалось 100 человек. Все они жители Самары. Людмила Зуева на форум приезжает 3-й год подряд. Они нас поощряют, вот нас здесь объединяют, как бы мы общаемся. Здесь все присутствуют инвалиды. Здесь была консультация, нас консультировали по ФТЭК, как проще, допустим, на переосвидетельствование. Ну, такие были организации, концерты были. В этом году участников форума также ждала насыщенная программа. Не только обучение, но и лечение. Соляная пещера, водные процедуры, массажа, а также творческие мастерские. А в заключении участники форума приготовили праздничный концерт. Виктория Шара и Константин Головин. События.